Так, товарищи, мы начали с вами учение о сущности. В чем сложность? Сложность в том, что мы все, что изучаем, рассматриваем как то, что мы изучаем, то есть как бытие, как непосредственное. А сущность, по ее определению, которое, в общем-то, мы и усвоили, это снятое бытие. А что значит снятое бытие? Это такое бытие, которое отрицает себя, отрицание бытия. То есть смысл сущности в отрицании бытия. Ну, если сказать, говорить о том, какое это значение имеет там, для исследований, для науки, можно сказать, что наука вообще никогда не довольствуется поверхностным, то, что вот на поверхности она идет вглубь. И если она что-нибудь найдет, она тоже это рассматривает не как конец всего, а то, к чему надо еще применить отрицание, то есть еще пойти глубже. И в этом смысле движение к сущности – это вот постоянное движение науки. И это касается и микромира, это касается и познания человека, это касается и познания общества. То есть никоим образом мы не можем удовлетвориться поверхностью. Но эта поверхность, как философская категория, выступает просто как бытие. Как бытие. А какое тут может быть бытие, когда мы в сфере сущности? Вот, Павел Борисович, вы так как раз вот вы сидите напротив. Вы бытие выступает как снятое. А? В виде отрицания, как снятое бытие. Ну, раз она в виде отрицания, то отрицается что? Бытие. Отрицание бытия – это что? Ничто. То есть вообще сущность имеет вид ничто. То есть мы глядим на сущность, и когда мы на нее глядим, мы начинаем вроде ее рассматривать, изучать, мы видим, что это не сущность. Почему? Потому что вот то, что мы рассматриваем, как бы, оно выступает как бытие. Но это не сущность, а надо брать именно отрицание этого бытия. Поэтому движение в сфере сущности тоже какое? Если бы это была сфера бытия, там от нечто переход бы к иному был, через границу и так далее. А здесь движение какое? Есть иное, а нет иного никакого. Нет иного, потому что и бытия-то как бытия нет. А бытие есть только в своем отрицании. Или он говорит, оно есть только в своем ухождении, прихождении. Его нету как непосредственного бытия. Поэтому это составляет вообще главную трудность в понимании всех этих категорий учения о сущности. Ну вот я готовлюсь к сегодняшнему занятию. Вот подобрал некоторые, так сказать, такие важные положения, которые, мне кажется, стоит рассмотреть для того, чтобы и попытаться их, так сказать, освоить, прокомментировать. Чтобы это вот, я бы сказал, самое сложное начало, а в начале просто рефлексия. И что такое рефлексия? Значит, если это рефлексия отрицания, вот, то это равное самому себе отрицание, то, следовательно, бытие берется как равное самому себе отрицание. Ну вот, скажем, бытие Самсоненко берется как равное самому себе отрицание Астахова. Он его, или Астахов, наоборот, берется как отрицание Самсоненко, он сейчас и продемонстрировал это. То не так, это не так, все не этак. И, так сказать, утвердил свое бытие через отрицание Самсоненко. Не просто сказал, если он просто утверждал я, это не внушило бы никакого уважения. Он тут, да, демонстративно это сделал. Ну и надо сказать, что почему это вот Гегель в самом начале это разбирает совершенно абстрактно? Потому что потом это будет применять. Он, нельзя ни одну категорию сущности взять через, так сказать, саму эту категорию, а надо брать всегда с отрицанием. Потому что, даже, скажем, вот если он дальше, если мы пойдем к тождеству, то что такое тождество? Ну, давайте тождество возьмем как абсолютное тождество, правильно? А раз абсолютное тождество, это тождество в том числе тождество и не тождество. Раз уж оно абсолютное тождество. Ну, а тождество, тождество и не тождество, это не тождество, то есть различие. А различие абсолютное, оно должно быть различие от всего. От всего отличается. От чего? В том числе и от себя. Ну, как тождество, если оно абсолютное, то оно даже есть оно совсем, то есть и с отрицательным, со своим собственным отрицанием, то есть с нетождеством. А если это различие, то оно различие совсем, то есть с различием. А различие от различия – это что? Это нетождество.
И дальше такие наблюдаются там категории, как разные, просто разные. А что значит разные? Разные, значит, никак не указывается на том, чем они отличаются одно от другого. Разные и все. Но если они разные, то если, так сказать, пытаться выяснить, чем они разнятся, и попытаться разбирать эти различия, то скорее вот это безразличие разных, они просто разные, приводит нас к тому, что в чем-то не одинаковость, а в чем-то одинаковость. А в чем мы об этом молчим, не говорим? Одинаковый, не одинаковый. Что-то есть одинаковое, что-то есть не одинаковое. И разность, которая берется таким образом, что разные стороны одного и того же, они содержат каждый в себе момент своей стороны, да еще содержат как свою противоположность, которую они исключают из себя. И тем самым находится в единстве двух взаимоисключающихся сторон, это уже получается противоположность, которая потом уже очень легко превращается в противоречие. И противоречие и соотношение этих двух сторон, противоположных в одном единстве, это, собственно говоря, и взаимоисключающих друг друга, это будет противоречие. То есть вот здесь довольно долго, с самого начала Гегель подбирается к этой важнейшей категории противоречия. Потому что, если вот говорить точно, противоречие ведь везде, с самого начала. Становление уже есть противоречие. Потом, когда мы говорим об изменении, там тоже есть противоречие, равенство с собой и неравенство с собой. Но там противоречие еще не разбирается. Там даже и слово это не употребляется. Но вот когда мы это отошли и поняли, что противоречие имеет место тогда, когда есть и разность, и отрицание этой разности, причем в каждой стороне есть и то, и другое. Каждая сторона, скажем, сторона одинаковости отрицает неодинаковость. Сторона неодинаковости отрицает одинаковость. Но если одинаковость, то значит это предполагает, что есть неодинаковость, то есть неодинаковость есть в понятии одинаковости. Зачем говорить об одинаковости, если была только одинаковость? Правда? Ну какой смысл говорить об одинаковости, если нет неодинаковости? Точно так же. Что говорить о неодинаковости, если есть только неодинаковость? Значит, есть, наверное, одинаковые. Значит, неодинаковость может быть взята только через отрицание одинаковости. То есть, на самом деле, если вот в этих категориях покопаться, каждая из них содержит в себе свое отрицание. И вот когда мы их берем уже с содержащим это отрицание, они уже теперь разные. Вот, разные и различные, и в этом смысле противоположные. Но противоположны они тогда, когда мы еще и подчеркиваем, что каждый момент содержит в себе противоположное. И каждый момент, а вот обратите внимание на это замечательное положение, которое как-то некоторые проскакивают, не усваивают, что каждая сторона вот этой противоположности – это целый и свой момент. Целый и свой момент. И вообще вот вид противоречия, и все противоречие тоже имеет такой вид, целый и свой момент. Потому что когда говорят, вот стороны так как бы разводят, как это разные крылья, как раскрылись эти батареи солнечные на спутники, которые вращаются вокруг Земли. Это не так. Каждое противоречие это всегда имеет вид целое, в котором есть его же противоположность. Из-за этого его противоположность как момент. Из-за этого и целое выступает двояко. И как целое, и как свой момент. Пример. Противоречие между общественным характером производства и частным умом присвоения. Вот если капиталистическое производство как целое мы берем, то оно частное. Но общественный характер в нем есть? Есть. Поэтому мы должны это целое рассматривать как такое частное производство, в котором развивается общественный характер производства. То есть развивается момент его уничтожения. Чего не понимают, некоторые говорят, вот, значит, зачем нам это капиталистическое производство, мы наш новый мир построим из ничего. Не так, что мы возьмем капиталистическую промышленность, капиталистический характер, так сказать, его
Уничтожим? Как мы его уничтожим? Уничтожим, значит, превратим в ничто. Мы не будем это разбивать, машины, как делали луддиты, да? А как превратить в ничто? Только одним путем – сделать общественной собственностью. И тогда привести в соответствие общественный характер производства и форму собственности. Но если вы сделаете общественное производство, что сразу исчезнет момент, вот, связанный с обособлением, с попытками в своих интересах использовать отдельными элементами, группами рабочих, коллективами предприятий. Вот самые выборы даже директоров коллективами предприятий означают, дескать, не государство будет, не общество указывать, как что производить, а вот наше предприятие, особенно, так сказать, разные же бывают предприятия, особенно удачные есть предприятия, они хорошо смотрятся на рынке и могут быстро обогащаться. А другие там со своей продукцией не очень хорошо смотрятся и не могут обогащаться. Поэтому Ленин, например, говорил, что величайшим искажением основных начал советской власти и полным отказом от социализма является всякое прямое или косвенное узаконение собственности рабочих отдельных фабрик на их особое производство. Величайшим искажением. А у нас вот сейчас говорят, вот мы создадим народное предприятие. Что значит народное? Значит, соберутся 200 человек, объявят это предприятие народным. А что, народ у нас 200 человек, что ли? Это 200 человек этого народа, особо какой-то народ. А? Это форма частной собственности. Это вот те самые единицы, про которые дюрингианские, которые критиковал в свое время Энгельс и говорил, что это вот такие наивные мечты о том, что вот если делаете отдельные предприятия, которые будут как бы управляться самими рабочими, они потом, так сказать, будут между собой на рыночных началах взаимодействовать, это будет что такое? Ну, это будет предприятие, на которое рабочие, капиталисты, свои собственные, все вместе взятые, и сами же и рабочие, но они попадают в стихию рынка, и поэтому одни, естественно, предприятия разорятся, другие разбогатеют, и мы вернемся к тому на круге своя, с чего пошли. А Роберт Оуэн как? Роберт, он так, что он чего мог сделать для своих рабочих, то сделал. И Роберт, он, так сказать, естественно, как посиял, как звезда на горизонте, и загорелся. Его задавили. Ну, естественно. Почему его задавили? Что значит задавили? Ну, это он, как всякий капиталист, плавал в этом стихийном море, пока не утонул. Ну, ему помогли. Можно сказать, помогли, можно сказать, помешали. Вот. Но он же известен чем? Не только не своими опытами, а тем, что он вот выступал как социалист. То есть он выступал все-таки за общественную собственность. Но общественную собственность нельзя сделать в рамках одного предприятия. Или попытка это сделать в рамках Югославии ничего не привела. Но это вот мы уже перешли к конкретным примерам. А вот на что настраивают вот Гегель в этой маленькой книжке или маленькой части, которая учение, что ничего вы не можете взять, без того, чтобы не взять со своим отрицанием. Ничего не будет, никак нельзя. Особенно в учении о сущности. Потому что учение о бытии вроде как взял вот бытие и положил. А как вы тут положите, когда вы берете отрицание, и оно уже, раз оно отрицание, оно отрицает поверхность, вы его берете, то есть вы берете в том виде, в каком оно не есть то, что вы берете. Ну правильно? Если я беру сущность и хочу ее рассмотреть, раз я ее рассматриваю, то я рассматриваю уже не сущность. Значит, надо эту сущность рассмотреть через отрицание того, что я беру. А раз через отрицание, у меня вот это, и все, что я при этом получу, как бытие, все тоже, раз оно бытие, а у нас снятое бытие, значит, опять не это не то, значит, опять не бытие. И поэтому, вот Гегель говорит, что это бесконечное отрицание. Почему эта рефлексия выступает как бесконечное отрицание? Вы ничем ни на чем не можете остановиться. Тем не менее, можно классифицировать эту рефлексию, это бесконечное отрицание. Причем про видимость, про которую мы с вами уже говорили, что сначала мы говорили, есть существенное, есть несущественное, потом выясняется, что и существенное, и несущественное, это есть выражение все-таки сущности, раз и существенное, и несущественное, в сфере сущности. Поэтому существенное, и несущественное, просто остатки бытия. В каком смысле остатки? Ну, в том смысле, что они всплывают в сущности, как некое наличное бытие, но должны быть взяты с отрицанием. А взятые с отрицанием, они уже не существенные, не существенные, а просто видимость. А в видимости не две такие категории, существенные, несущественные, а в ней
одна категория – кажимость или видимость, которая означает, что если она видимость, она видимость, а не сущность. Правильно? Это только видимость, что мы изучили диалектику. Спасибо, приехали. С одной стороны. А с другой стороны, видимость есть видимость самой сущности. Раз и есть видимость того, что мы изучили диалектики, но не может же быть без видимости в сущности, без сущности. Как вы можете видимость оторвать от сущности? Вы хотели оторвать видимость от сущности, принизить роль и значение нашего кружка? Если есть видимость, значит, есть и видимость сущности. И другой вопрос, насколько глубоко мы, так сказать, вошли в эту сущность. Но то, что мы находимся в сущности, это факт. Уже потому, что есть видимость сущности. Пусть другие доберутся до этой видимости сущности, и после этого над нами посмеются. Мы с удовольствием их похвалим. Вот, и пойдем за ними. Но пока так получается, что, в общем, так вот получается, что у нас особенно-то конкурентов и нет. Кто-нибудь, если кто видит каких-нибудь конкурентов, кто больше и лучше изучает науку логики Гегеля, срочно мне, пожалуйста, пишите, мы сдадимся им в плен. Пока, к сожалению, нам это не грозит. Не знаю почему. В чем дело? Мы все открыто объявляем, как надо изучать, что читать. Как идти? Даже сообщаем, на какой стадии мы находимся, чтобы те, кто нас догоняет и перегоняет, знали уже, где они вот порвут эту ленточку и так пройдут вперед. Но что-то вот этого особенно нет. Поэтому, как говорится, там приходится рассчитывать в этом смысле на себя. При этом вот эту самую видимость, которая берется как это бесконечное движение, как отрицание всякого бытия в сущности, она тоже может быть классифицирована. И вот, а как это классифицировать? Это рефлексия, может быть взята как полагающая рефлексия. Но вот поскольку это непривычно для трудящихся, я могу на этом остановиться. Полагающее, это что такое? Вот не было и стало. Как бы полагающее. Ну вот как раньше это соответствовало возникновению. Переход в ничто в бытие. Ну здесь бытия же нету, поэтому здесь только положенность одна есть. Вот из этого вытекает это, но ни к чему не приходит. Не приходит к тому, что было какое-то бытие. Это все равно движение от ничто к ничто. Но положенность есть. Ну, раз вы к этому приходите, значит, вы приходите от чего-то. Раз вы приходите от чего-то, значит, вы это что-то предполагаете. Значит, это предполагающая рефлексия. Но если вы к чему-то приходите, значит, вы от чего-то приходите. Значит, это предполагающее. Значит, вы предполагаете. А единство предполагающей и полагающей рефлексии – это определяющая рефлексия. Вот вам рефлективное определение. То есть вот то, что мы там брали как некое небытие в качестве определенности в наличном бытии, да? И это мы не случайно хорошо освоили, мы, по крайней мере, мы можем хоть опираться на то, что вот там было так, а здесь не так. Ну, раз это отрицание бытия, то это отрицание и тех определений, которые там были. Уже не такие определения. Но, то, следовательно, здесь определение, место определенности вот так и определение, является рефлективное определение. То есть они как бы... Есть у вас тут равенство с собой в себе бытие? Есть равенство с собой. Равенство с собой своего отрицания. Так? Так. Равенство отрицательного с собой. А раз отрицательное с собой, оно вот это спокойствие, что вот мы получили отрицание, и все. Нет, не все. Раз мы получили равенство с собой отрицание, оно все время и отрицает все, что мы получили. Или, а собственно должно нас это удивлять, вот чтобы мы не построили, все разрушается. И раньше было так, как говорится, когда мы говорили о прихождении. Все, что возникает, то и все время разрушается, все уничтожается. Только там как бы вот существовало такое представление, что есть бытие. А здесь и само вообще бытие подвергнуто отрицанию. Вообще сомнительно, что вот оно есть, оно просто есть. Оно с самого начала уже берется как такое, которое есть только в своем отрицании, в своем ухождении. И если там мы делали такой акцент, сначала мы брали вот бытие спокойное, потом чистое ничто спокойное, но уже возникновение это такое бытие, ой, простите, это такое ничто, которое переходит в бытие, которое есть только в своем отрицании. Правильно? Ничто. А бытие, как прихождение, есть только. Это такое бытие, которое есть только в своем исчезновении. Ну и поэтому там, как говорится, мы это посмотрели, и там, поскольку речь как бы в переход к другому все время,
А здесь в самом себе вот происходит это движение. Нет никакого иного, которому, об этом мы вообще уже не говорим после для себя бытия, после того, как мы рассмотрели бесконечное. Ну а каком, куда можно еще, куда деться нам от на этого мира, в какой мир мы можем улететь? Значит, эти все противоречия и отрицания находятся во всем. И все берется с отрицанием. Вот раз все берется с отрицанием, потом это отрицание классифицируется на разность, различие, одинаковость, неодинаковость, и противоположность, и противоречие, то это, собственно говоря, это есть движение к противоречию и, собственно, доказательство того, что все противоречиво. Что противоречиво? Все противоречиво. А противоречие состоит в единстве тех сторон, которые друг друга отрицают. Ну, скажем, единство капиталистов и рабочих в буржуазном капиталистическом производстве состоит в том, что они, а, отрицают друг друга, и, б, предполагают. Но это рабочие этого капиталиста, значит, они предполагают, что есть капиталист, есть фабрика, что есть средства производства. В то же время они предполагают, что средства производства не их, поэтому они абсолютно свободны. Это капиталист не свободен, у него фабрика, ему нужна охрану, ему нужно бухгалтерию вести, ему нужно то, нужно все. Вот. Ему нужно закупать материалы, ему нужно менять оборудование. Он, так сказать, как бы хозяйственный, заботится об общественном благе. А рабочий, он совершенно свободен. Пришел, отстоял, сделал, уходи. Вот. А если ты не устраиваешь капиталиста, ты вдвойне свободен. Тебя еще и освободили от работы. Почему говорят, увольняют? То есть люди, которые работают, тем не воле. Правильно? Потому что если увольняют, на боль уже отпускают. Вот. И человек говорит, меня уволили, и грустит. Странно. Странно как-то. Ты еще... То мы боролись за землю, за волю, за лучшую долю. Вот уже воля есть. Ну, лучшей доли нет, конечно. В Америке это катастрофа, безработица. А у нас счастье, что ли? В Америке. Именно вот так. У нас нет не катастрофы, если пенсионер. Да. Это говорят. Катастрофа, если не пенсионер. Самый лучший возраст, говорят. Конечно, самый лучший. И вот с него надо, его надо и подстричь, потому что он тормоз вообще нашей экономики. Потому что, ну что брать с олигархов? Они же организуют наше производство. И ни в коем случае нельзя допустить там никакого снижения прибыли. Ну, у того же самого Лисина. 17 миллиардов долларов. Как его можно тронуть? А вот дальше Астахов там у него так, до двух того, что никак не, десятков-то не дорастает с пенсии ни за что. 13-14. 13-14. Ну а ее же нельзя, неприлично же забирать, поэтому надо просто повышать цены. Это 13-14 все выражается в меньшем количестве капусты и картошки. И все. Красота. Это взаимоисключающая рефлексия, так сказать. Вы рабочие боритесь, так сказать, за повышение уровня реального заработной платы, а капиталисты вместе со своим государством будут цены повышать, даже если они не будут снижать вам номинальную зарплату. И получится вот такая картина. Так что вот это место, с одной стороны, очень интересное, с другой стороны, очень непривычное. Непривычное, потому что мы все-таки воспитаны в сфере бытия. И как бы мы сферу бытия понимаем, мы с ней считаемся. А на самом деле вот движение к истине идет же через отрицание бытия к сущности. Если кто не хочет истину познать, ему не надо и эту книжку и читать. А если он хочет видеть поверхность явления, он прочитал учение о бытии, и не надо сюда заходить. Тем более не надо потом и понятия касаться, потому что уже понятие предполагает, что учение о сущности изучено, и это снятие уже сущности и возвращение к бытию, через которое просвечивает сущность. Хотя замысел такой хороший, и стремление к этому тоже совершенно очевидно, такой завлекательный, потому что вот увидеть бы снова это бытие, но не такое бытие, через которое ничего не видно, что там за этим бытием скрывается, а вот такое бытие, через которое просвечивает сущность, то есть снятая вот, уже снятая сущность, снова возвращение к бытию, то есть отрицание,
сущность была отрицанием бытия, а понятие – это отрицание сущности. И вот, так сказать, в движении к этому понятию. А ведь понятие – это, а постижение в понятиях – это и есть не что иное, как наука. Поэтому тот, кто, скажем, не пройдет этого учения о сущности и не дойдет до понятия, он как бы до науки логики не дошел, науку логики не освоил. То есть он много полезного получил, но вот здесь. Поэтому те люди, которые до конца дочитали, даже они поняли не все. А слово, что понял все, пусть сейчас встанет и скажет, что я понял все. Вот. Или нам пусть протелеграфируют сразу. Мы будем сразу, мы очень будем рады, что есть такие люди, которые все поняли. Скажем, Ленин, который изучал, он сколько раз пишет, темно вернуться. Еще темна вода. Темна вода. Или вроде того, как. То, что ничто, от ничто идет движение к бытию, это понятно. А вот чтобы от ничто к ничто, этого, пожалуй, не может быть. Что значит пожалуй? Ну, а пожалуй, может быть, пожалуй, не может быть. Потому что, а какое же здесь может быть еще движение, если здесь сфера сущности? Здесь никакого другого движения, как движение в сфере сущности, не может быть. Здесь нету такого бытия, которое было как бытие. Нету здесь, есть просто отрицание, которое равно самому себе. А если отрицание равно самому себе, значит, это равенство, соотношение, отрицание с самим собой, это что? Это вот некое бытие. Отрицание-то равно самому себе? Как вы считаете? Своеобразное бытие, получается. Своеобразное. Отрицание – ничто. Вот. Отрицание. Нет, рак равный самому себе. Ну, также можно взять, скажем, рабочий класс. Это класс, который взят как отрицание класса капиталистов. Можно взять? А капиталистов можно взять как отрицание класса рабочих. А в чем состоит это отрицание? А в том, что они их нанимают на рабочих и эксплуатируют. Единство тут есть? Есть. Можно сказать, что если мы берем рабочего капиталистической фабрики, он содержит в себе капиталист. Понятие рабочего, да, включается же, включается. Поэтому капиталист – момент. Если вы сказали наемный рабочий, потому что если рабочий, он всегда наемный. А если он не. Если это не коммунистический способ производства. Тут уже рабочий еще есть, но он уже не наемный. Скорее здесь наемными должны быть государственные служащие, которые никак с этим не соглашаются, и опять вернулись к тому, что эти наемные государственные служащие повернули все это вспять. Известная их часть организовалась и снова, так сказать, заявила себя как тех, кто будет нанимать рабочих. А до этого, скажем, некоторые идеи, которые были Лениным намечены, скажем, такого рода, что надо установить зарплату на уровне или среднего, или хорошего рабочего, говорит, ну, госслужащим. И не говорили, что это зарплата, а жалование. Какая это зарплата? Ну, что пожалует народ чиновникам, то и. То и не работали, они отслужили. Да. Поэтому как сделать всех чиновников заинтересованных в том, чтобы они не свою зарплату повышали, а повышали свою зарплату вместе с повышением, так сказать, уровня благосостояния всех. Но если у всех выше, и у вас выше, у всех ниже, и у вас ниже. То есть, если мы понимаем общество коммунистическое, что все впряглись, так сказать, в одно, и тянут все сообща, так, и есть престижные, есть коренники, но все тянут. А если, оказывается, можно повышать свою зарплату совершенно независимо от того, что нищает основная масса населения, то это вот тот строй, который сейчас установился в России, который очень устраивает тех, кто эту самую вот верхнюю часть айсберга, так сказать, паразитов и представляет социальных. Потому что, конечно, они одну функцию выполняют, организации производства, мы должны признать. При том, что мы должны признать, что они безобразно выполняют функцию организации производства. Безобразно. Потому что в понятие капиталиста входит то, что он должен быть с воплощением самовозрастающего, самовозрастающей стоимости. Правильно? Капитализм. Капитал – это самовозрастающая стоимость. А у нас саморазрушающаяся экономика, саморазрушающиеся предприятия. Или даже самоуничтожающиеся. И чего они создали? Вот что создали они? Наоборот, уничтожили практически машиностроение, станкостроение, производство инструментов. Знают только одно – продать нефть, купить на нефть то, что продадут. А нам сейчас станки не продают. Идите, хотите, в Китай покупайте, который вовремя у нас приобрел. Хотите. Корею можно, в Северную.
В Северной Корее, да, я думаю, может, они и продадут, да. У Северной Кореи, но я реально покупаю у Китая, у Тайваня и у Белоруссии. Все. Ну, раз у нас союзное государство, у нас хорошо с этим построением. Только маленькая очень Беларусь. Как бы ее расширить, да, вот там будет лучше. Ну вот, после этого я хотел бы пойти, пройтись по некоторым понятиям. Вот в самом начале учения бытия говорится, истина бытия – это сущность. Это вот вроде как, это как красиво звучит, но это как бы перечеркивает представление о том, что прочитав учение бытия, вы достигли истину, правильно? Потому что истина бытия – это сущность. Он говорит, о, давайте, познавайте, изучайте вот качество, вот количество, вот мера. И мы с трудом это все изучали, изучали. Потом открываем новую книгу, говорится, истина бытия – это сущность. Выяснилось, что истина бытия мы не знаем. Ну, строго говоря, не совсем так. Мы знаем истину бытия, но эта истина не вся. То есть, действительно истина, вот она раскрывается здесь. А потом выясняется, что истина сущности, наверное, вы уже можете предположить, что когда вы закроете эту книгу, откроете учение понятия, потом выяснится, что истина сущности – это понятие. И будет та же самая картина. А потом мы определяем, почему так трудно читать. Потому что читаешь, читаешь, вроде понял. Еще прочитал немножко. Говорится, что вот это не так, как вот вы поняли, а вот так. Потом вы поняли, как вот так. Ну все, усвоили. Хочется ведь покоя в душе и в голове. Покоя. А этот покой только снится. Только вы усвоили. Пошли к следующей категории. Вот эта категория, к которой вы пришли, это истина той категории. Но ту категорию я уже изучил, оказалось, это теперь не истина. А та категория, к которой я пришел, истина той категории, это я тоже не изучил. И опять ни с чем. То есть я все время попадаю в положение человека, у которого все время все отнимает. Он опять должен двигаться дальше. Как пролетарий. Нет, вот как вот слепо-глухонемые, у которых соску отнимали, и так они установили с ними связь. И они стали действительно уже вполне сознательными людьми. А до этого их просто кормили, поили, и они так и не развивались. И умирали. А вот когда начали так убирать соску, так сказать, не давать, он до них стал тянуться. Ну, так же с изучением диалексии. Вот вы изучили учение бытия, вот вам учение о сущности. И там написано, истина бытия – это сущность. Все. Ну, раз сущность, будем изучать истину снова. Бытие непосредственно, а познание есть опосредственное знание. Поэтому пошли дальше. То есть мы еще не знали. Так. Познавание не может вообще ограничиться многообразным наличным бытием. Но оно не может ограничиться бытием чистым бытием. Да. Здесь прямо напрашивается соображение, что это чистое бытие, отрицание всякого конечного, предполагает углубление внутрь и движение, очистившее непосредственно наличное бытие, превратив его в чистое бытие. То есть мы тут как бы говорим о том, а что откуда появилось чистое бытие, вы тут рассматривали. Это оно очищено было от сущности. Давайте вернемся теперь. Вот теперь мы идем обратно, идем от этого чистого бытия к тому, что было, так сказать, абстрагировано от чего, абстрагирование от чего привело к чистому бытию. Сущность, каковой она стала здесь, есть то, что она есть, не через чуждую ей отрицательность, а через свое собственное бесконечное движение бытия. Она в себе и для себя бытие. Абсолютное в себе бытие, так как она безразлична ко всякой определенности бытия. И так как и на бытие, и соотношения с иным просто были сняты. Что значит сняты? Ну, то есть не надо ничего забывать. Хоть нам и сказали, что истина бытия есть сущность. Но вообще-то сказали, что раз оно, они просто сняты были, то вы там это не выбрасываете то, что вы изучили-то. Вам оно пригодится, потому что они просто были сняты, и поэтому оно снова как бы будет здесь присутствовать, но с чем? Как она будет присутствовать? С отрицанием. С отрицанием. Сущность, как полное возвращение бытия внутрь себя, есть прежде всего неопределенная сущность. Определенности бытия в ней сняты. Они содержатся в ней в себе. Но содержатся не так, как они в ней положены. А что значит не так, как положено? С отрицанием опять. Вот тем же самым. Все время это самое отрицание
постоянно, от которого мы тут никак не можем освободиться и не должны освобождаться. Я нахожусь сейчас, кружок идет. Здрасте. Кружок идет сейчас. Нет, кружок идет сейчас. Нет, не могу, кружок идет. Кружок сейчас проходит по диалектике. Чуваки, можете говорить? Так, сейчас выключим. Выключим и все. Так. Так. Вот интересное еще такое положение, что сущность есть сначала простая отрицательность. Так как сущность есть сначала простая отрицательность, то определенность, которая содержится в ней лишь в себе, должна теперь быть положена ей в ее сфере, чтобы она, сущность, сообщала себе наличное бытие, а затем свое для себя бытие. То есть как бы вот это действительно повторяется, эти категории, но они уже не могут повторяться в той форме. Потому что нету того иного, к которому может идти движение. Нету. И нету того бытия, которое неподвижно стоит. Вот в целом сущность, пишет Гегель, есть то, что было количество, чем было количество в сфере бытия. Абсолютно без различия к границе. Это мы усвоили. Но количество, если это безразличие в непосредственном определении. И граница в нем есть непосредственно внешняя определенность. Количество переходит в определенное количество. Внешняя граница необходима для него и суща в нем. Что же касается сущности, то в ней определенности нет. Нет курсивом выделено. Что значит нет? То есть она отрицается. Определенность только положена самой сущности. То есть что значит нет? Мы это как понимаем? Нет, нет и все, нет ее вообще. Нет ее как некого бытия, этой определенности. Она не присутствует вот как просто отрицание бытия, а потому что она только положена здесь. То есть она берется только с отрицанием. Все берется с отрицанием здесь. Поскольку я что-то беру, то я беру, если я беру этот чай, то для того, чтобы его пить. А это что такое? Я взял его с отрицанием. А если я не буду его пить, зачем его брать? То есть весь смысл, так сказать, того, чтобы взять чашку, с чаем, только в том, чтобы чай пить. А в противном случае, а вот Гегель говорит, а стакан, из которого не пьют, не стакан. Ну, это какой-то предмет, там, круглой формы, с донышком. Ну, если Жириновский забыл, в кого там... А? Из стакана воду льет противнику. Это надо... средство агитации за то, чтобы голосовали за ЛДПР. Стакан... Какая ответственность, если я кому-то сейчас плесну стакан? Я говорю, что вот в ходе изучения, смотрю, кто-то побелел, и я, значит, раз ему в воду. Если на меня будут нападать, скажу, я думал, сейчас его спас этим, только этим. Поэтому это не подлежит никакому осуждению, там, тем более привлечению к ответственности. Ну, может, я ошибся, но лучше ошибиться, чем человек бы упал бы в обморок и все. Так что тут это все Жириновский знает, что можно спокойно это делать, никто тебе не пристанет. Когда Гегель говорит о сущности как рефлексии в самой себе, он говорит, что мы должны сначала брать ее как результат движения, происхождения из бытия, прежде всего. Вот как результат происхождения мы сначала получаем это вот существенно-несущественное. Потом мы между ними начинаем разбираться, одно по отношению к другому. Если брать просто их по отношению к другому, они получаются так, как будто это у нас сфера наличного бытия. А надо их брать по отношению к сущности. А сущность отрицательной природы имеет. Значит, надо взять их с отрицанием, не брать их. Их брать с отрицанием, и они тогда есть. А, и с одной стороны выражение сущности, видимость, а с другой стороны отрицание сущности. Это же только видимость, а не сущность. Это там как бы, если видимость, то это несущественное. А с другой стороны, если она это существенное, то это и выражение сущности. А и то, и другое вместе взятое, это уже рефлексия. Рефлексия. То есть рефлексия, как вот это движение, которое представляет собой некое движение к бытию с отрицанием, это движение к бытию. Или как
Гегель говорит, в других местах она есть только в своем ухождении. Присутствует только в своем ухождении. Или уходит только в своем возникновении. Сущность есть в себе и для себя, снятое бытие. То, что ей противостоит, есть только видимость. И вот отделение. Во-первых, сущность есть рефлексия. Рефлексия определяет себя. Ее определение – суть некая положенность. Положенность. То есть, если раньше мы брали там небытие в бытии, да, определенность, то здесь только некая положенность. Такое отрицание. Отрицание вообще сущности, вообще это какое-то бытие. Так его надо, конечно, отрицать, потому что мы же все и сущности. Поэтому это только положенность. Это некое движение. Во-вторых, надлежит рассмотреть эти рефлективные определения или определенные сущности. Вот их он и рассматривает, когда говорит о тождестве, различии и противоречии. И в-третьих, сущность, как рефлексия процесса определения в самом себе, становится основанием и переходит в существование и явление. И следующее, это вот, так сказать, главная такая часть, дальнейшая часть, богатая, когда мы берем основание и основанное, она тоже удваивается. Вот так мы сущность как брали? Сущность и видимость, а потом основание и основанное. Это же похоже на сущность и видимость. Основание и основанное. Потом это место основания занимает что? Закон и явление. Место этой видимости, да? Закон является, а явление, ну, есть проявление закона. У каждого явления есть свой закон, а закон есть спокойное явление. Дальше. А дальше мы уже, когда пойдем дальше, в этом книжке, потом видим, что раз явление – это явление сущности, значит, вот уже на поверхности, то есть в самом явлении, вот всплывает как бы бытие. То есть только то, что то бытие, которое было нелегальным, все время в отрицании было, оно начинает все равно всплывать. Потому что если уже есть основания, если есть основанные, то основанные получают некие права гражданства в сфере сущности, как выражение этого основанного. Если есть закон, закон это, конечно, вот некое отрицательное, оно отрицает поверхность, есть спокойное царство законов, есть беспокойное царство явлений. Или не царство, а беспокойное явление, потому что царят-то законы. Вот законов царство, а явление, оно какой-то вот царь, царь у него внизу. А вот дальше, ну раз в явлении проявляется этот закон, то значит и в явлении есть то, что закономерно. Или то, что есть в основании. И то, что закономерно, значит, это сущность выявленная, то есть уже показанная или взятая, как уже бытие. Выявленная сущность. А что такое выявленная сущность, Павел Борисович? Это и действительность. Смотрите, как являющаяся сущность – это явление. Сначала вот это существование, потому что когда вот мы изучали бытие, там, значит, вот все, многие кидались рассказывать, что существует. Я, например, всем говорю, не надо это слово, это страшное дело, не надо, мы еще не знаем, что это такое. Давайте поговорим, есть или нет. А вот как-то мы дошли до этой сферы, когда вот сейчас к месту, и помалкиваете, зачем это мы будем говорить про сущность? Потому что сущность, там начинают спрашивать, а что это такое? А уже нужно отвечать, что это такое. Когда мы говорим о сущности, мы уже имеем в виду, что сущность выступает в неприсущей ей форме. То есть сущность выступает в условиях, которые есть. Это вот что такое? Это сущность, выступающая как не сущность, как в виде бытия, какие-то объюсловия. И когда вот эти все условия, для этих всех условий созданы, то есть для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование, то есть она, будучи сущностью, уже как существование, то есть такая форма бытия, отягощенная тем, что это вот все связано с основанием, оно без этого основания не существует, это все на этой сущности основывается, да. Это у Ленина сущность является, явление существенное. Да, это и у Ленина, поскольку он конспектирует Гегеля, поэтому у Ленина это есть. Это у Гегеля есть, поэтому есть и у Ленина. Вот. А вот дальше, вот то, о чем я говорю, это выявленная сущность. Тогда получается, что в действительности есть то,
прямо на поверхности. Прямо на поверхности есть то, что действительно. Вот в нашей жизни, в капиталистической, буржуазной, есть люди, которые являются общественными, вполне коммунистическими. Это выявленная сущность. Если есть общественный характер производства, то есть люди, которые его, так сказать, их воплощением и выражением являются, правильно? И не может быть иначе. Общественный характер производства, он везде есть. Ну, все. Все, что вот мы наблюдаем, это все продукт какого количества людей? Вот сколько людей стоит вот. Это что значит? Песок надо добыть. Энергию надо получить. Энергию надо получить. А тут еще и бумажка наклеена. Это значит леса надо. Пластмассовая крышечка, нужно нефть добыть. Опять же, да? Химия. Теперь кофе. Это нужно привезти черти откуда. У нас что-то не растет на южном берегу Северного океана. Вот. Никита Сергеевич хотел, Хрущев, выращивать там кукурузу на южном берегу Северного океана. Но урожаи оказались не очень большие. Маловато, слабовато. Вот. Я уже не говорю о том, что это уж точно привезли откуда-нибудь из Гонконга. Это ваше, что ли? Мое. Да какая связь у вас с Гонконгом, честная? Мое. А? Из Гонконга привезли? Или из Китая? Или из Южной Кореи? Алкотель, Вантач. Вантач, одним касанием. Одним касанием вы оказываетесь прямо там. Да. Да. Французская, китайская. Микрофон, опять же. Это откуда? Sony. Так это японцы. Что? Это китайские? У нас весь интернационал. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, все на столе. Вот они соединяются все. Мы пользуемся, да. Да. Вы пользуетесь японской техникой. Владимирович, японский рабочий работает на вас. Вот. Японские рабочие сделали то, что позволяет, так сказать, показывать, так сказать, занятия кружка. И они благодаря этой технике носят тоже общественный характер. Но электричество-то у нас свое родное. Или у вас без электричества работает? Вы заряжали там батарейки? Да, конечно. Так вы российской электроэнергией заряжали. Да. Но вы бы японской заряжали. Поехали бы там, прислали бы оттуда батареечку, а вы опять российской. Или вы, если у вас эти батареи аккумуляторные, ну можно прямо и японскую купить, прямо энергия, чтобы была. Но правда там японская химия, потому что энергия получается прямо здесь, в России, ну, в рамках этой самой батарейки. Я уже не говорю о том, что все, так сказать, там и здания, и сооружения, все это продукт труда. Вот как Маркс говорил, что никто не может сказать, что это мой продукт. Или наоборот, каждый может сказать, что это мой продукт, потому что все участвуют во всем. И совершенно странным представляется после этого, что на поверхности вдруг кто-то, отдельные люди, присваивают то, что является делом всего трудящегося населения Земли. То есть это кучка паразитов, которые при этом, если они что-то и делают непаразитическое, то вот это те из них, которые все-таки выполняют функции организации производства. И то они ее перекладывают на менеджеров, им они платят немало. Вот, но, так сказать, функция капиталиста, она тоже уже отчуждается, тоже от производства. А в производстве, так сказать, появляется трудящийся, труд которых состоит в организации производства. Причем действия капиталиста теперь очень простые. Вот Павел Борисович сидит. Павел Борисович, пойдете менеджером, если я собственник? Значит так, вам... Спросите, сколько вам положат? Миллион в месяц. А парашюты? Я вижу, человек серьезный. А? Парашюты сколько? 12 миллионов. Если увольняться будет, 12. Значит, миллион в месяц. Ну, условие такое, как только снизится прибыль на 1%. Все, до свидания. Все, вот вам 12 миллионов и счастливый путь. Товарищ, вот есть у нас Виктор Иванович. Виктор Иванович, вам сколько? Миллион пойдет? Или вам, конечно, меньше, вам уже мало, да? Ну ладно, у нас не должно быть так, что там хорошо же организовано. Я же не собираюсь там вмешиваться, как чего управлять и разбираться, что почему там не идет, почему прибыли мало, это мне не надо. Вот, так сколько вам так? 1 200 000 и вот и занимайтесь. Как только будет меньше, вы видели, что вот у Витюка стало меньше, прибыль стала меньше, и все. И он сразу получил 12 миллионов и стал вольным. И вы будете вольным.
Там вот Самсоненко, он уже смотрит, у него уже облизывается даже. Там что, претендует на 1 300 000. И в общем, ну, конечно, в каждой схеме и в каждом образе есть, конечно, некоторые натяжки. Вот, потому что некоторые капиталисты еще начинают вникать в производство, я не знаю, для пользы это дело. Вот, например, видимо, Дерипаска вникал, когда он взял самый плохой автомобиль, привез из Америки, и уничтожил нашу «Волгу». Какие-то у него были соображения. Не знаю уж какие, но во всяком случае, самый худший был автомобиль, из которого делали, начали эту самую «Волгу» и «Сайбер», которая никому не нужна, и которая так и не пошла в итоге. Вот, то есть вот здесь вот, в разделе первом, сущность как рефлексия самой себе, здесь намечен планчик. Если люди вот не привыкли читать, если читать только третий или седьмой раз, то они думают, что это вот сидят и думают на эту тему. Как, почему это так? А тут нечего думать, это просто план. Он рассказывает, что он собирается сделать. Надо перевернуть страницу и пойти дальше. А если будешь думать здесь, голова лопнет. Потому что это невозможно к этому прийти. Это потом уже. Вот, потому что и дальше так же. Вот видимость, глава первая, опять. Во-первых, во-вторых, в-третьих. Опять планчик в начале. И люди думают, вот это надо понять. Как-то вы это будете понимать, потому что это только планчик. Как можно понять по планчику? Надо же выводить. А планчик такой. Сущность, происходя из бытия, по видимости, противостоит ему. Это непосредственное бытие. Во-первых, есть то, что несущественно. Во-первых, объявляется. Однако оно, во-вторых, есть нечто большее, чем только несущественное. Оно бытие, лишенное сущности, видимость. Но лишенное – это как будто кто-то вот у него отнял эту сущность. Тут имеется в виду сущность с отрицанием. С отрицанием этой сущности. В-третьих, эта видимость не есть нечто внешнее, иное по отношению к сущности. Она собственная видимость сущности. Сущности, как видимость, das Scheinen des Wesens, внутри самой себя есть рефлексия. Вот он и это вот планчик наметил. И вот человек, который читает первый раз, или седьмой, значит, это дело, он читает и думает, вот что-то непонятно мне, а что-то не может быть понятно, иди дальше. Потому значит, что дальше нет, пойдет... не по Аристотелю. А? Логика идет. Не по Аристотелю. По Кикеру. Это не логика. Это, по просто, это просто так. Нет. Это для упрощения. Для упрощения книги, чтобы вы знали, о чем пойдет речь в этом разделе. Перед каждым разделом. Если глава первая, содержание главы в трех пунктах всегда. Тезис, антитезис, синтезис. Это вас пугает? Это вас удивляет? Что в диалектике всегда, в каждом разделе, или вы открываете науку логики, там написано учение о бытии, учение о сущности, учение о понятии. Если вам объявили, что три такие будут раздела, вы думаете, сразу вы поняли бытие, сущность и понятие? Нет. Мы по Аристотелю. Ну, все по при чем тут Аристотель? Там надо сначала все... И здесь все сначала по порядку, но сначала вам объявляют дорогу, а потом и по ней идут. Вот вам объявляют, что вы поедете в город Москва. Причем тут Аристотель? Вы купите билет, написано Ленинград-Москва или Санкт-Петербург-Москва, а потом поедете. А что думаете, вы купили билет, что вы приехали, что ли? Так и здесь. Вот вам, если уже написано Москва и деньги заплачены. А то деньги заплачены вроде бы и все. Те, кто у вас получили, они уже приехали. Потому что это вы поедете, не поедете, это их вообще уже не волнует. Вот. А для вас это план ваших дальнейших действий. Так и здесь. Вот вам объявили план, и потом пошло. Вот тогда пошло существенное, несущественное. И дальше вот. Я думаю, что мы тут вот бежать не будем вначале. Мы в следующий раз тоже продолжим это изучение. Будем по таким ключевым понятиям, по ключевым положениям проходиться, положением. Вот, для того, чтобы освоить логику, надо еще понять и некоторые вот и отдельные даже положения, для того, чтобы, скажем, эта связка была, связанность всего. Поэтому я бы вас просил тоже это все внимательно почитать один раз. И, может быть, мы какие-то вопросы поставить и пообсуждать эти вопросы. Потому что, ну, я не знаю, я как у вас, вот мне, например, это сложно, это всегда давалось. И я бы думаю, что и сейчас сложно дается, скажем, я в затруднении, как это просто рассказать. Это рассказать непросто, потому что вообще это изобразить непросто. И Гегелю это непросто изобразить, потому что ему нужно изобразить бытие со снятием бытия. Или ему нужно изобразить, вы хотите узнать, что такое сущность, то есть взять ее,
А как вы ее собираетесь брать, если она отрицание бытия? То есть ее взять нельзя. Ее с одной стороны нельзя взять, а надо брать. Но нас умеют, у нас умеют брать то, что нельзя брать. Вот нельзя воровать, воруют. Нельзя это самое государственное средство себе в карман класть, кладут. Поэтому у нас люди это делают. То есть вот буржуазия у нас продвинутая. А мы отстаем. Ну вот я могу только призвать, как-то надо это освоить, может, тоже будет получаться как-то хорошо.